Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня мы в нашем нагрянном дневнике будем есть папайю. Мы сейчас находимся в самолете. Вот лежит папайка. Прямо в том, что у нас нет ножа. Поэтому мы сейчас будем учиться есть папайю без ножа. Без ножа. Так, внимание. В качестве ножа мы будем использовать ложку. Просто берем и ложкой посередине разрезаем. Папайя раскрыта. Если вы делите папайю на двух человек, на двоих, то делайте все время, как я, выбирайте себе побольше вторую половину. Надо сначала посмотреть, какая из них побольше. Побольше вот это. Значит, ее оставляем себе. То, что поменьше, отдаем соседу. Дальше нужно убрать косточки. Так, косточки выбраны. Теперь берем, кушаем папайю. Приятного.